Сегодня, в канун новогодней ночи, мы готовы назвать имя главной героини проекта «Преображение». За 2 недели команда «Профитекмет» получила более 50 анкет. Мы благодарим всех прекрасных участниц за проявленный интерес и активность. Это был сложный и ответственный выбор для нас. Но перед тем, как назвать долгожданное имя, посмотрим, как это было. Love is just a history that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion. See, when punctures comes to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Героиня, преображение которой начнется уже в январе, Уманская Ольга. Ольга, примите наше поздравление, и мы ждем вас у себя для того, чтобы сделать вас еще более привлекательной. Приходите. Счастливого Нового года! Увидимся на преображении. С Новым годом!